Кирюха, как тебе первый день на работе? Как у тебя самочувствие? Да, немножко волнуюсь, потрясы в этом месте стоять не могу. Ну, это твой же первый день в журналистике? Да, раньше не работал, только на практике. Ну, а как же институтские горы, ну и практика? Там что, не показывают вообще? На работу на канале не рассказывают об этом? Ну, ты знаешь, какое у нас образование в стране? Так, поверхностно покажут, да и все. Ну, в принципе, я с тобой согласен. А я оператором работаю здесь. Я поэтому знаю, где как расставлять, где свет расставить, где освещение, как где лучше поставить микрофон. Так что я вытяну этот сегодняшний выпуск и сделаю из тебя просто картинку из тебя. Вау, неплохая заявочка, слушай. Читал про то место, куда мы едем? Нет, вообще не гуглил, вообще ничего не делал. Ну, я тебе буду подсказывать, конечно, табличками, что говорить в кадре. Я сегодня посмотрел в браузере про это место. И говорят, мы едем в тюрьму Газкабан. Это что? Ты почитал? Объясни, пожалуйста. Ну, я так вкратце прочитал. Это вроде бы самая опасная тюрьма была на нашем континенте. В 1800-х или 1700-х годах ее построил одержимый миллионер, который... оккультизмом как бы занимался или мистицизмом, ну короче какой-то магией. И вроде творил там свои какие-то странные вещи. Потом государство у него арендовало это здание под тюрьму, где он вроде бы там также и продолжал творить с заключенными не весть что. Ну а так туда свозили всякий сброд опасных преступников, насильников, маньяков, убийц, приговоренных к заключению, ну пожизненному и посмертному. То есть вместо смертной казни их сюда привозили, там они до скончания веков там и гнили. Как-то так. Я надеюсь, с нами все хорошо будет там. Ну, я думаю, да, она же заброшена. Я думаю, кроме максимум, кого мы встретим, так это маньяков, говорю, наркоманов каких-нибудь, да бомжей местных. Ну, надеюсь. Так, ты сейчас видишь на мне GoPro? Да, на голове. Смотри, какая штука. Если ты у себя оденешь, то ты будешь видеть вот такой кадр. Вот, видишь себя? Да, вижу. Вот такую же штуку ты сейчас оденешь, и мы будем снимать от первого лица. Сейчас это в тренде, все популярно, поэтому да. Неплохо. Кажись, мы, кстати, уже приехали. Да, что-то звуки все, мотор заглушили. Так что мы берем с собой фонарики, одеваешь GoPro, я беру штатив, расставляю камеру и вперед. И вперед, да, работать. Ну, погнали. Давай. Пятачок, кулачок давай, на счастье. Все, этот выпуск будет наш, давай. Бери давай. Сразу фонарик, бери себе. Черный, серый. Черный бери, они лучше. Они были недавно куплены, а серые еще с советских времен. О-о-о. Мне надо фонарик взять и штатив. Пошли на выход. Да. Тут вас много. Да. Давай, я не умею. Открывайся. Во, что-то пошло. Открылось. Ох, нихуя себе объемы работы. Есть. Кошмар какой, а. Так, я включаю. Фонарик я включил. Так, давай мы с тобой произведем съемку сначала на месте. Я тебя как бы снимаю. Угу. Вставай. Куда мне встать? Так, на фоне тюрьмы напротив входа. И говорит, типа, вот мы находимся на заброшенной тюрьме. Угу. Хорошо. Так, 1, 2, 3, съемка пошла. Сейчас мы находимся на заброшенной тюрьме. Она была построена в 1800-х годах каким-то сумасшедшим миллиардером. Он использовал какой-то наркопритон. Здесь был всякий сброд каких-то наркоманов, серийных убийц. Вот, сейчас мы пойдем туда и будем вам показывать, что находится. Замечательно, снято. Но я буду непрерывно снимать, держать камеру. Так что идем. Сразу свет будет на тебя падать, фонарики меня взяли. Давай. Машину я закрывать не буду, думаю, там. Да тут никого и не будет, наверное. Ну да. Я говорю, максимум, кого мы встретим, это мы встретим наркомана какого-нибудь. Или бомжа, который прячется от зимы. Да, ну да. Пошли, с Богом. Бать, мурашки от этого места. Угу, еще и снег идет. Да похуй на снег. А ты ключики взял? Я все взял. Нам ключи не нужны, взламывай ее. Нам разрешили ее снимать. Все, да, открыл. Ого. Ох, ебать.
как-то не по себе. Я так полагаю, это главный холл. Так, я думаю, нам надо найти камеры. Давай, знаешь, как мы с тобой снимем? Ты заходишь в тюрьму и рассказываешь. Мы зашли в главный холл. Кирюха, я тебя снимаю, назад, как мы зашли, говори, рассказывает главный холл. Здесь это началось. И вот с этого входа привозят тюремщиков, здесь зал ожидания. Но ты знаешь, что говорить, чего ж мне рассуждать. Давай. Да. Начинаем? Да, я снимаю. Итак, мы зашли сейчас в главный холл. Здесь очень много кресел находится, вообще в тюрьме здесь очень много помещений на самом деле, поэтому будет очень большой эфир длительностью, ну, много. Так, ну, сейчас мы продвинемся куда-нибудь дальше, мы все вам расскажем, покажем. Ты давай двигайся, я буду тебя снимать, двигайся. Ага. Здесь находится кресло, очень даже свежее, кстати, мне кажется, тюрьма работала еще до недавнего времени. Так, ага. Где-то здесь бойлеры даже стоят, ну, вообще тюрьма современная, ну, так сказать. Ага. Здесь находится, не вижу, погодите, это административная комната для охранников, походу, так полагаю. Нам шкаф, нужен и... главный холл. Открывай двери, и все начинается. Так, во. Ох. У меня мурашки от этого места. Да, тут еще прохладно, так сыростью воняет. Кошмар. Куда идем? Туда? Дальше? Веди! Я тебя только снимаю. Я тебя снимаю, найдем лучшие кадры, моменты. Так, это что? А, это мы здесь. Квачик Валькуне! Я килька. О, второй этаж. Че, Санечка, снимаешь? Снимаю. Снимай, пойдем. Так. Офис. Не то, что нам нужно. Ну, значит, где-то здесь должен быть кабинет директора. Шеф-секьюрити-офицер, да, вот он. О, ты смотри, даже вещи не растащили. Кожаный... А здесь боятся, походу, ходить сюда. Да тут нечего бояться. Да. Машины там катают, слышишь? Да я слышу. Так, ну что, запишем здесь, давай еще немножко. Давай, я снимаю тебя. Это кабинет главного здесь директора, который здесь сидел и управлял всеми делами по этой тюрьме. Нехило он так сидел, смотри, на кожаный стул насидел, блядь. Да, видишь, он даже не протертый такой немножко, знаешь, потертый, старый уже. Здесь ничего не растащили, к слову, потому что, ну, скорее всего, здесь кто-то боится ходить. Ну, я бы тоже боялся, если бы один сюда пришел. У меня здесь помощник есть. Таня. Санечка. Да. В наручниках, кстати. Я не представляю, что он с ними здесь делал в наручниках. Боже мой, какой кошмар. Че, пора на выход, я думаю. Ну, мы сняли так основную. Можно тут походить просто так. Да, я пока камеру отключу тогда, чтобы мне, да. Если будут хорошие моменты, я ее буду включать. Вот это понимаю, столовая. Ты нашел столовую? Давай, записывай. Сейчас я включу ночное видение, его все видно. Угу. Давай. Начинаю? Ну, давай поближе к столикам. Вот так, чтобы прям видно было. Туда, налево. Да. Вот тут вот, разворачивайся, стой. Во, кадр. Так, начинаем? Да. Итак, мы сейчас находимся в столовой. Этой странной, очень странной тюрьмы. Помещение очень огромное. Здесь... обедала и ужинала куча людей, а столы просто огромные, на некоторых даже вон остались, как эти сказать, палетки от еды, где я сидела. Ага, заснял. Да. Так, давай, а куда дальше идем? Ты расскажи, что именно в этом месте раньше проходили оккультные места. Тот, кто построил тюрьму, именно в этом месте производил свои деяния. Да, давай. Давай. Именно в этом месте, по легендам, было очень, ну, самое огромное количество избиений, драк, убийств. Именно здесь странный миллиардер, тот, который построил эту тюрьму, делал все свои грехи, так можно сказать.
грешил, убивал людей, пытал их. Вот. Угу. Дальше. Дальше идем. Все, идем дальше, да. Но в принципе, если кто-то бы здесь был, я думаю, мы бы его услышали, потому что такая тишина стоит. Тут каждый шорох слышно. Да, бетон он такой. Он очень сильное эхо издает. Это блок А, кстати, вот я на стене прочитал. Угу. Все темно. Бать, у тебя походка, конечно, Кирюх. Да, я еще не привык, блин, на туфлях вроде бы хожу, там еще на босоножках. Неудобно вообще, слушай. Ну, попка зачет. О, здесь, а здесь мы не были. Да. Блок это Б. Блок Б, это тоже камеры. Да, ты оказался прав. Что за хуйня? Что это? Что это? Что это? Я заснял! Нет. Нет, я не заснял! Блять, я запутался, это фонарик у меня был включен. Надо включить камеру. Ты понимаешь, походу это было оно, о чем мы с тобой говорили? Ты это видел? Да. Мне казалось, как он на лестнице стоит. Он где? Там. Кирюха, беги! Беги, Кирюха, я не знаю, что это за хуйня. Саня, что это было? Блять! Книжки, книжки падают с моих. Беги. Кто ты, блядь? Беги. Бля, беги, не оборачивайся! Беги, Кирюха, беги к выходу! Саня. Ебать, это какая-то хуйня, беги! По-моему, он отстал. Да похер на него, беги. Да мне надо заснять это. Это ж какой репортаж будет, подожди. Ты ж своей жизнью можешь подрядоваться. Вдруг там какой-нибудь наркоман с ножом, а? Кирюх, иди сюда. Если что, поможешь мне. Да, я уверен, надо подснять. Это по-любому какой-то наркоман, скорее всего. Ну не может быть, чтобы это был призрак. Идем проверим. Скорее всего, ты либо бомж, либо наркоман. Он опять на второй этаж убежал. Угнул нас. Вот смотри, опять эта та же ситуация. Бежим, ну нафиг, а. Ты понимаешь, что это не смешно уже? А ну выйди, покажись! Кто ты, блядь? Кирюха, это не наркоман! Это нет. Беги, Саня. Беги, блядь! Я его заснял. Ты смотри, какой будет репортаж. А ты, главное, беги сейчас. Бля. Бежишь, Сань? Я его снимаю. Да ну нахуй, зачем ты его снимаешь? Идем. Беги, не оборачивайся. На выход. Я найдет, блядь. Кирюха, беги, не оборачивайся, Кирюха, бля! Чё за хуйня? Ай, давай на выход. Она реально бежит за нами! Кирюха, беги! И, блядь, это я хуею, что это, блядь? Беги, беги Ай, быстрее выход, к двери! На выход, давай, на выход. Я бегу, бегу! Блядь, нет, дверь так, закрыта! Саня. Блядь, она рядом, беги! Побежали нахуй от нее, бежи, беги, беги, Саня, не оглядывайся, блядь! Раз дверь открыта, давай разбегаемся! Блядь, беги, это, она рядом! Саня. Беги, я... Беги, Саня. Блядь, двери закрыты. А, куда бы мне спрятаться от нее? А, где нас не видно нихуя? Выдохся. Так, где бы спрятаться мне? Может, в этой комнате? Да, спрячусь я в этой комнате. Вот здесь в углу. Включить фонарик надо, чтобы она не слышала меня. А, все. А, сесть. Саня. 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 Кирюха, прием. Да, Саня, ты меня слышишь? Я тебя слышу. Ты где? Хуйню? Да, видел. Я не знаю, где я куда-то убежал, я хуй знает, где я нахожусь.
Я в какой-то тут сигнет переговорное, что-то похожее на то в углу. Мне страшно, Сань. Я же говорил, что нам рации нужны будут. Да, не зря взяли. Это не бомж, это не наркоман, я не знаю, что это. Это какое-то, не знаю, паранормальное. Оно, походу, реально существует. Ладно, ты там держись и попробуй к тебе пробраться. Давай, Сань, попробуй. Ты вроде тихо. Вроде все тихо, никого нет. Кирюха, ответь мне. Я думаю, что он... Ты здесь, да? Кирюха, вот ты где, бежим, бежим, она уже идет за нами, бежим, Кирюха. Бежим, блин. Давай. Она здесь. Я где-то, блядь, камеру быстрее. Свою потерял. Саня, быстрее. Со всех ног. Просто беги. Не оборачивайся, не смотри никуда. Беги! Саня. Беги! Кирюха, Саня. Открывай дверь, ебать нахуй, Саня. Все. Я надеюсь, дверь открыта на этот раз будет. Сука, она закрыта. Блядь! Саня. Ломай дверь, вокруг бегай, вокруг от нее беги, бегай вокруг. Не дай ей, чтобы она тебя поймала. Она за тобой бежит. Ты пока понятно. Открывай дверь, пусть она бежит за мной, я ее отвлекаю, открывай, ломай дверь нахуй, топором хуярь. Не поймаешь, дура. Открылась. Саня, 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 беги. Я бегу. А, устал, сука, на колено, нога. Бежим. Свалим отсюда. Езжай в фургон быстрей. Нахуй, я заснял, ебать, я заснял. Кирюх, ты понимаешь, что мы сейчас засняли? Что мы просто увидели? Это какое-то, не знаю, чудище. Это просто паранормальное явление. Мы были свидетелями паранормального явления. На вот этой вот пленке я все и заснял, все полностью. Это мы станем знаменитыми? Мы можем снимать сюжеты, понимаешь? Просто брать сюжеты откуда-то, ходить по вызовам, кто видел у себя дома призраков. И мы можем это засвидетельствовать, изучать их. Мы можем просто погрязнуть в науку. Мы будем больше, чем просто журналисты. Мне немножко тревожно после такого все-таки. Ну, я думаю, мы справимся с этим как-нибудь. Я знаю, куда мы дальше пойдем. Посмотри в этом журнале. Так. Убийство двух подростков в доме. Ты про это? Да. Да, да, я про это. Там, там дальше, посмотри, написано, что это было необъяснимое убийство. Скорее всего, это было связано с паранормальным. С паранормальным. Мы должны исследовать этот дом. Да, должны. Ну, раз здесь мы смогли как-нибудь... Ну, там сможем тоже. Ну что, ты готов? Да. Тогда вперед. Вперед. Вперед!